Так. Есть отличный проверенный способ для передачи мыслей. Берешь бумагу, ручку и пишешь письма. Когда надо что-то сказать, но молчишь и злишься. Хочешь, но боишься, садишься и пишешь письма. Не стоит бежать на почту, искать конверт, клеить марку, вспоминать индекс тоже не надо. Достаточно написать все откровенно. Листик спрятать и вскоре ждите результата. Вы увидите очень быстро, адресат получит импульс и посыл под корку с заложенным смыслом. Он, скорее всего, вас даже и не вычислит, но сразу же поймет, что по-прежнему вы с ним. Может, это вымысел, я пока не выяснил, но есть некая сила в бумаге и чернилах. Я помню декабрь, когда весь дым осел, это все, что у меня было, когда люто крыло. Представьте, зима, уютный трехэтажный домик с бассейном, бильярдом в ближайшем Подмосковье. На втором этаже горит лампа настольная, там в комнате соломенной пишу письмо домой. Тут момент непростой. Стой. Ну и ладно, я люблю правду, а еще люблю себя оправдывать. И может, я покажусь слегка неадекватным, но я показываю вам, как делать не надо. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, и она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается, прикинь. Здравствуйте, маленькие мои, самые любимые. Ну вы же в курсе, что папа у вас полный дебил. Я поступил невероятно некрасиво, когда слился и оставил вас на целый месяц одних. После очередных выходных я послушал свои мысли и захотелось убежать от них. Посреди возни у меня вопрос возник. Притормози, кое-что надо прояснить. Дорогая, на этот раз удивляться нечему. Я вернусь сразу, как только они меня подлечат. И еще хотел пообещать, что все будет круто, но не буду. Сейчас время трудное, хорошо, что я пишу отсюда. Всем нам на пользу пойдут эти 28 суток. Я вас люблю больше всего на свете, но иногда попадаю в старые добрые сети. Если надо, я готов объехать экватор на велике ради своей микросемейки. Вы мне поверите или сделайте вид хотя бы. Я ведь могу быть самым лучшим мужем и папой. Уже пора бы в собственной жизни принять участие. Девочка, если ты будешь плакать, то только от счастья. Я вел себя ужасно и полностью согласен, но я нуждаюсь в еще одном последнем шансе. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается, прикинь. Улыбнись, бось, погрустили, хватит, все. Я вернусь через 3 недели и все наладится. И если я уже решил пойти на это сам, значит, я хочу меняться, и ты почувствуешь разницу. Всего 2 абзаца, вот и все, пожалуй. Хорошо, что это письмо я никуда не отправлю. И вдруг я почувствовал себя гораздо лучше. Жаль только, что Айза его не получит. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается, прикинь.